معتمد حتى بعثت مبشرا كن ناظما سيدي فأتيت تحمل كوثرا والدرب ضاق بركبنا فأنرت دربا آخرا أخرجتنا من غينا وهديت يا خير الورى. الباب مغلق. Дверь закрыта. Но вот она сейчас открывается, и в нее входит лучший из людей, чтобы руководить ночной молитвой для мусульман. Он выглядит как кусочек полной луны, лист мусхафа или как солнце средь бела дня. На своих благородных плечах он несет свою внучку. Умаму бинт Ас, дочь Зейнаб, которая сидит со свисающими маленькими ножками на его благородные плечи. Он пробирается вместе с ней через ряды, становится вместе с ней в михрабе, усаживает ее на плечо, когда стоит в намазе, и опускает ее на землю, когда совершает земной поклон. И как будто он обращается своими словами и действиями ко всем людям. Это господин благих чувств и господин доброго отношения. И не ходил по этой земле и под этим небом человек с более мягким сердцем, чистой душой и тонкими чувствами, чем он. صلى عليك الله ما عبد دعا أو كبرا. Однажды пророку, мир ему и благословение Аллаха, принесли одежду из Абиссинии, среди которых был и черный камис. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, взял его в руки и сказал своим сподвижникам: «Кого мы облачим в этот камис? Как вы считаете?» Люди стали смотреть на него в надежде заполучить его. Тогда он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Приведите ко мне Ум Халид». А кто Ум Халид? Маленькая девочка, которая родилась в Эфиопии. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, позвал ее. Он взял камис и своей благословенной, чистой и благородной рукой принялся надевать ее на девочку. Затем он стал показывать пальцем на узоры одежды, линии, которые были на ней, приговаривая: «О Ум Халид, это санах», что означало на абиссинском языке: «Это красиво, красиво». Затем он вознес за нее мольбу, сказав: «Носи, пока не обносится и не обветшает. Носи, пока не обносится и не обветшает». Эта девочка встала за спиной пророка, мир ему и благословение Аллаха, и стала играть пальцем с печатью пророчества, которая находилась между лопатками пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ее отец хотел было отогнать ее, но пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Оставь ее». Поистине получать подарок приятно. Он словно колдовство притягивает сердца. А что же говорить, если это сердце маленькой девочки, наподобие Ум Халид, которой пророк, мир ему и благословение Аллаха, подарил тот камис? Девочки, как известно, любят подарки, украшения и игрушки. Он подарил ей этот подарок, который навсегда останется в ее сердце, как воспоминание о любви пророка к детям. И как часто он, мир ему и благословение Аллаха, дарил подарки детям, которые радуются подаркам. Подобно тому, как он подарил своей внучке Умаме, дочери Зейнаб, которая была дочерью пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он подарил ей перстень с эфиопским камнем. Он был подарен пророку, мир ему и благословение Аллаха. А он подарил его ей, сказав: «Укрась себя этим, доченька». Как же прекрасен подарок Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, лучшего из творений. Как прекрасен предводитель и как прекрасен подарок. Как он, мир ему и благословение Аллаха, своей скромностью и кротостью, жалостью и благодеянием, берет в свои руки бразды правления сердец и прививает другим любовь к себе, мир ему и благословение Аллаха. Он терпеливо отнесся к ее действиям, в то время как она подошла к нему сзади и стала играть пальцем с печатью пророчества на его спине. Печать, до которой не осмеливались дотрагиваться сподвижники, а смотрели на нее вот так, незаметно. Более того, он очень любезно обращается с ней словами, похвалой, касанием и подарком, мир ему и благословение Аллаха. صلى عليك الله ما عبد دعا أو كبرا. Однажды Фатима бинт Мухаммад ибн Абдиллах, мир ему и благословение моего Господа,
решила навестить своего отца. Когда она вошла, он, миром и благословением Аллаха, встал, приветствовал ее и сказал: «Добро пожаловать, моей дочери!» Поцеловал ее в лоб, взял за руки и усадил рядом с собой, справа или слева от себя, и начал разговаривать и беседовать с ней. Он встал ей навстречу. Представь, что это происходит сейчас перед твоими глазами. Какое уважение и возвеличивание женщины может быть прекраснее, чем это? Он, мир ему и благословение Аллаха, встал ей, в то время как они издевались над женщиной, презирали ее и неуважительно относились к ней. Она ничего не стоила, и у нее не было никакого положения или почета. Ее закапывали заживо. Ее брали в плен, как будто у нее нет прав на свое решение и выбор. Более того, иногда она передавалась по наследству, подобно овце или корове. И вот пришел лучший среди людей и возвысил ее место и возвеличил ее положение. «Добро пожаловать, мои дочери!» Эти слова, которыми пророк, мир ему и благословение Аллаха, встретил Фатиму, как будто она приехала из далекого пути, увеличили тоску и тягу к нему. Он встает к ней навстречу и приветствует ее, несмотря на то, что она была у него часами раньше, чтобы показать то, какое место занимает в сердце отца его дочь. В сердце Мухаммада ибн Абдилляха, мир ему и благословение моего Господа, который был отцом дочерей, лучшим отцом, лучшим любящим и лучшим встречающим для своих дочерей. Из-за своей сильной любви к отцу, она уподоблялась ему, мир ему и благословение Аллаха, в его походке, манере и благом образе, мир ему и благословение Аллаха, до того, что ее назвали матерью отца. Фатима — тот благословенный кусочек своего отца. Кто обидел ее, тот обидел и его. Его печалило то, что печалило ее, и он желал ей того же, что и себе, мир ему и благословение Аллаха. И не только ей, а всем своим дочерям, дочерям всех мусульман. Это и неудивительно, ведь он тот, кто сказал: «Не испытывайте по отношению к дочерям ненависть, ведь они дорогие и радующие своим присутствием». Однажды пророк, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Тайбу и встретил группу из числа ансаров, да будет доволен ими всеми Аллах. В это время девочки из Бану Наджара, в руках которых были тамбурины, стали стучать в них, радуясь приезду пророка, мир ему и благословение Аллаха, и повторяя следующие стихи: «Мы, девочки из Бану Ан-Наджар, какой прекрасный сосед Мухаммад!» А пророк, мир ему и благословение Аллаха, смотрит на них и говорит: «Знает Аллах, что мое сердце любит вас». «Мое сердце любит вас» — эти слова, которые указывают на любовь в сердце пророка, мир ему и благословение Аллаха, к этим девочкам. Любовь, которую он, мир ему и благословение Аллаха, питал к дочерям и девочкам, до сих пор ярко представлена в его сире. Здесь он объявляет о своей любви к ним, а там он выходит, держа на руках Умаму бин Зайнаб. А в другом случае ты увидишь, как он, мир ему и благословение Аллаха, ласково обходится с девочками, радуется им и усаживает их себе на колени, мир ему и благословение Аллаха. Поистине, это любовь к этой маленькой девочке, любовь, которая наполняет сердце пророка, мир ему и благословение Аллаха, любовь, которую он питает к той маленькой девочке и которая проявляется на его языке, когда он сообщает о ней. Наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел с религией снисходительности. Поэтому он позволил этим девочкам играть в подобные игры, к которым склонны их натуры и желают их сердца. И поэтому он, мир ему и благословение Аллаха, разрешил подобным девочкам бить в тамбурины в своем присутствии, мир ему и благословение Аллаха, во многих случаях и важных событиях. Он, мир ему и благословение Аллаха, знал склонность этих девочек к этим развлечениям и играм. Более того, он, мир ему и благословение Аллаха, разрешает подружкам Аиши приходить к ней и играть с ней. Он заходит к ней и видит игрушки, изготовленные из шерсти, и говорит: «Кто это, о Аиша?» И она отвечает: «Это мои дочери, о посланник Аллаха». Как прекрасны те чувства, которыми пророк, мир ему и благословение Аллаха, выражает свою любовь, которую он питает к этим девочкам. Этими словами он удовлетворяет естественную потребность сердец девочек,
Девочка по своей природе любит внимание и ласку, мягкие и нежные слова. Когда она слышит о любви к себе, видит, как ее целуют в лоб, видит выражения, которые указывают на любовь к ней, все это удовлетворяет в ней чувства, чтобы завтра она могла стать матерью, которая будет передавать свои чувства своим детям. قد كان برا بالبنات شيم النبي الصالحات قد كان برا بالبنات تأتي قلادة زينب إذ زوجها في الأسر بات ردوا عليها زوجها ردوا قلادة أمها لا تكسروا قلب الفتاة لا تكسروا قلب الفتاة لا تكسروا قلب الفتاة